Всем хай, с вами Сэм, и сегодня я дальше продолжаю играть в такую замечательную игру, как World of Warships. И я уже докачался до второго уровня американского, хотел сказать, танка, но корабля. Это второй уровень, это Честер. И он, если я не ошибаюсь, относится к типу крейсеров. Да. Но так как я в кораблях не особо разбираюсь, могу ошибаться. Итак, играем мы против ботов, потому что я хочу протестировать этот корабль, как он. Во-первых. Во-вторых, мне больше нравится играть за ботов. Вот. Вернее, против ботов. А в-третьих... Чё в-третьих? Да ничего, мочимся и все, и короче, проехали все, повреждение. Так, ясно. Да, и кстати, этот корабль у меня еще пока что не прокачан вообще ни чутка. Так, я думаю, нужно сменить направление. Я только его исследовал и сразу же купил, я даже ничего не успел прокачать в нем. Благо, этот тип промазал по мне. А я когда-то по нему попаду, а то он по мне так жестко палит. Да, но пока что этот корабль мне как-то... Меня как-то не вдохновляет. О, ну... Ну, хотя бы поэтому нанес хоть какие-то повреждения. Блин. Так, стоп, теперь назад. Это же надо так было влететь. Но хотя бы хоть крейсер уничтожил. Это на меня летит? Нет. Да, здорово меня потыпало, конечно. Ничего не скажешь. Так смешно, только задняя часть, по сути, целая. Без повреждений. Так. Так, еще залп. Повреждения, супер. А нет, назад. Люблю стрелять по долгим кораблям, поскольку... Вернее, по длинным. Поскольку... по ним проще попасть, чем по другим. Вася. И туда, назад. Убили. Ну, что я могу сказать о корабле? Ну, в принципе, неплохой кораблик, да. Я бы сказал, даже очень неплохой, хорошенький. Мне понравился он, тем более, что он уже нехило валится, даже не прокачанный, но... Если его прокачать, думаю, он будет хорошим кораблем. Даже очень хорошо вам послужит. Поэтому пока что я его рекомендую. Дальше я не знаю, как будет. Дальше я посмотрю, как там. Он будет еще плюс протестирую его в случайных боях против людей, а не против ботов. Посмотрю, как он там себя покажет. И тогда уже смело заявлю вам в следующей части видео. Даже не знаю, в каком... Будем смотреть, по какому кораблю я буду делать обзор, или по какому... Что вообще буду играть. Ну, короче, в следующем видео по World of Warships я вам уже скажу.
понравился ли мне этот корабль полностью или нет. Да, и наши уже тут выносят его полностью, вообще капец. Так. Ну еще чуть-чуть, еще несколько секунд. И все, и капец. Этому кораблю вражескому, и конец боя будет, и там же уже будем, думаю, прощаться. Так. Ну все, мы победили. Ура, ура, ура. Итак, что там? Победа. Все супер, нормально. Ну, ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Сэм. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего и до новых встреч. Всем пока.